Приветствую всех на моем канале. Сегодня я с вами хочу поделиться необычным рецептом, а хочу поделиться идеей, как я украшаю свой стол к празднику. На столе будут преобладать белые и зеленые цвета. Покажу, как из бокалов делаю подсвечники, а также как украшаю вилки и ножи, ну и собственно сервировку самого стола. Центр стола у меня будет украшать поднос, на котором стоит бокал с цветами, из которых я сделала подсвечники, ну и собственно сами свечи. Для этого на салфетки бумажные я поставила бокал, в который срезала верхушки цветов и использую его вместо вазочки. А другие два бокала я буду использовать как подсвечники. Для этого три цветочка я поставлю под бокал, переверну его вверх ногами и сверху на ножку я поставлю свечу. Бокал наливаю воды, ставлю туда цветы, и вот такая вот милая композиция в центре стола у меня получается. Далее хочу показать, как я украшаю вилки и ножи. Для этого мне понадобятся белые бумажные салфетки, атласные ленточки, сами вилки и ножи, а также по маленькому такому же цветочку, который находится в центре украшения стола. Салфетку складываю дважды, заворачивая друг в друга каждый слой. Сверху ставлю вилку и нож, аккуратно перевязываю атласной ленточкой и сверху в самом конце под бантик засовываю маленький срезанный цветочек. Как аккуратно, нежно и красиво это получается. А еще хочу показать маленькую идею, как я делаю лед для того, чтобы охлаждать напитки. В формочку для льда я выкладываю свежие ягодки, сверху заливаю водой и убираю в морозилку. А теперь накрываю стол. Скатерть я ставлю на угол. Сверху ставлю тарелки, бокалы и, конечно же, украшения из подсвечников, которые мы сделали. А как приготовить вот такой торт? Видео есть у меня на канале. Ссылку оставлю внизу под видео. Такой лед не просто красиво и эффектно, а еще и очень вкусно.
Вот такой новый формат видео у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. А я благодарю вас за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. До скорых встреч!